Кэти была прекрасна, страстна. Влюбился Джон Грей в Кэти, как-то, не в силах скрыть свой пыл, он ей изложил, но Кэт сказала нет. Она говорит ему: Грей, брось ты штуки эти, это не за что на свете, дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Нет, ни за что на свете могут случиться, дети, нет, нет, сказала Кэт. Что на свете дети вдруг пойдут у нас на грех с тобой. Ай, нет, ни за что на свете могут случиться дети, нет, нет, сказала я.